молодая хозяйка может сказать, что у нее на кухне очень мало места для комнатных цветов, и то, что ей не всегда будут мешать, и вообще ей неудобно с ними. Но это не факт. В чем прелесть этих всех растений? То, что эти растения могут как красиво смотреться в любом вазоне, который будет стоять в помещении. Также их можно разместить в подвесном виде. То есть вам не обязательно использовать пространство кухни, там, где вы можете их зацепить ненароком или повредить. Вы можете их использовать как в подвесном виде, так же само вазоны разместить хоть под самым потолком. Продолжая тему растений, которые могут плестись, я хочу представить вам монстеру деликатесную. Почему у нее такое название? Монстера еще и деликатесная. Потому что у нее, когда она достигает возраста 5-6 лет, данные растения начинают цвести. Они образуют большой цветок. После того, как он опыляется и созревает, созревает початок с очень вкусными и интересными плодами. Узмания, они идут из семейства бромелевых. В чем особенность всех растений бромелевых? У них яркая листва, которая очень сильно выживает положительные эмоции. Это растение позитив. Бромелевые растения очень неприхотливые. От вас требуется по уходу только два правила. Нам надо изредка хотя бы один раз в месяц полить середину вазончика и каждые две недели доливать середину чашелистники воду. Орхидеи – это один из самых интересных интерьерных цветов, которые только можно расположить на кухне. Они очень красиво смотрятся как и в одиночных посадках, так и в интерьерных композициях, которые дополняются другими предметами, которые более придают эффектности самому цветку. Одним из очень хороших факторов преимущества орхидеи перед другими цветами является тем, что они могут цвести от полугода до 2-3 лет.